всем зрителям телеканала Music Box. В эфире специальный выпуск программы Dream Team с международного фестиваля Paradise Holiday. И мы его ведущие Анна Тринчер, Омар Хамза и Полина Спицына. Мы очень рады, что именно нам Music Box доверил рассказать вам обо всем, что здесь происходит. А рассказать есть о чем, поверьте. Paradise Holiday – это уже четвертый слет творческой молодежи, который организовывает продюсерский центр «Парадис». Ранее он проводился в Греции, а сейчас переехал в гостеприимную Одесскую область. В рамках этого фестиваля проводятся вокальные и модельные конкурсы, различные мастер-классы, зажигательные тематические вечеринки. Было и весело, и познавательно, но обо всем по порядку. Открытие фестиваля Paradise Holiday сопровождалось концертной программой и пенной вечеринкой. На сцене выступили София Куценко, Арсен Шавлюх, София Тарасова и трио Black Jam. Во второй и третий дни свои мастер-классы для ребят провели продюсер Алексей Новацкий и шоумен Дима Калиденко. Также был проведен вокальный конкурс Paradise Fest, победители которого огласят на грандиозном гала-концерте. Интрига! Прежде чем продолжить наш обзор, мы посмотрим клип артиста продюсерского центра «Парадис» Никиты Ляха на песню «Бесконечность». В свете солнца каждый раз просто тону, по течению плыву, как по тонкому льду. Я просто живу, живу. Светом за спиной, теплым ветром по рукам.
Четвертый день стал днем телеканала Music Box. Утром были проведены мастер-класс и кастинг телеведущих, благодаря которому мы сейчас ведем эту замечательную программу. Yes! А вечером состоялась классная вечеринка Music Box Summer Party, на которой выступили Николь Кулик, Никита Лях, София Тарасова, Саша Супруненко, Трио Смайл, группа Emotion, Дима Каляденко, певица Лавика, группа MM Dems и диджей Бэтмен. Ведущими вечеринки стали Николь Кулик, Люба Юнак, она же Лавика, и Ростислав Тодореску. Завершился вечер боями, красками Холли. В прямом смысле слова было очень красочно. Запомнился мастер-классом задорной певицы Лавики и зажигательной круизной вечеринкой. А кульминация стал день шестой. Модельный конкурс Fashion Paradise. Красная дорожка, большой гала-концерт и голливудская вечеринка сделали его незабываемым. А теперь барабанная дробь. Оглашаем всех победителей. Ими стали в вокальном конкурсе Ангелина Дмитрикова, Нино Басилая, Арсен Шавлюк, София Куценко, Андрей Бойко, Анна Тринчер и Эмма Хамза. В модельном конкурсе Николь Кулик, Ангелина Дмитрикова, Никита Белецкий, Мария Даниэла Трахтенберг, Даша Пышная, Юля Сорокина, Амар, Рауль и Эмма Хамза. Победители, а также все участники получили ценные призы, но самыми важными подарками стали колоссальный опыт и действительно дружеская атмосфера, которая царила на фестивале Paradise Holiday. Друзья, это был специальный выпуск программы Dream Team, и мы его ведущие Анна Тринчер, Омар Хамза и Полина Спицына. Наша экскурсия фестивалем Paradise Holiday окончена. А на прощание посмотрим дебютный клип Трио Смайл «Светофоры». До новых встреч! Не упасть, увидеть свет, остановиться вовремя, нажать запрет. На светофоре люди ходят сами по себе, а светофоры никого не ждут. На светофоре.
светофоре люди ходят сами по себе, а светофоры никого не ждут. На светофоре люди ходят сами по себе, а светофоры никого не ждут. Поворот и снова стоп, но его все ждут, только я иду. Вновь плыву сквозь толпу, через миг уже бегу, наверх смотрю. На светофоре.